Привет, Топчик ТВ, с вами я, Ксюша. Сегодня я покажу, как сделать супер-пуперские классные веселые валентинки. Смотрите, мы можем сделать валентинки с разными героями. Тут на этой валентинке можно написать что-нибудь или что-нибудь нарисовать. Посмотрите, какой миленький Пикачу. Он такой милый, правда ли? Смотрите, а еще у нас есть вот такой миленький, хорошенький Пороро. Еще есть Hello Kitty. А кто сразу угадал, что это Hello Kitty, ставь лайк. Еще у нас есть. Смотрите, что же у нас есть. Вот такая кошечка. Она розовая, очень красивая, очень милая. А еще у нас есть вот такая кошечка. Вот такая, она держит сердечко. А эти котики, по-моему, на свидании и влюбились. Еще есть вот такой мишка. Тут разноцветными буковками написано «Лаве», «Любовь», можно так сказать. И вот такой Ципа. Он тут натоптал нам что-то лапками, получились вот такие красивые разноцветные узорчики. Я уже показывала вам Пикачу, и они скажут вам «Привет!». А еще у нас есть вот такая валентинка. Валентинка на палочке, прям шашлык. Сейчас бы как захотела шашлыка. Ну ладно. А еще мы будем делать вот такую валентинку. И, кстати, друзья, я вас очень люблю. И эту валентинку мы будем делать сегодня. И что ж, поехали! Я сделала вот такую небольшую заготовочку. Смотрите, берем картон, сгибаем его, чтобы получился квадратик. Рисуем здесь сердечко и все вырезаем, а эту часть не вырезаем. Что ж, начнем. Смотрите, вырезаем мы полностью сердечко, а эту часть не вырезаем. И так не бывает на свете, я были потеряны дети. Кстати, друзья, напишите в комментариях, подготовили ли вы подарки своим близким, а может быть друзьям? Готовьтесь, ведь скоро уже настанет день любви. И так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. И так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Смотрите, вот эту часть мы вообще не трогаем. Вырезаем. Очень аккуратненько. Смотрите. Аккуратно. Это лишнее уберем. Ну вот, вот такая у нас получилась заготовочка. Внутри открываем, получается облако. Как тут. Я тучка, 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 я вообще не медведь. Смотрите, друзья, сейчас мы будем делать вот такое вот сердечки, вот такие. Сейчас. Итак, продолжаем. Берем небольшую линию, сгибаем, чтобы получился квадратик. Сначала сгибаем с этой стороны, а потом уже с этой. Берем ножнички, будьте аккуратны с ножницами, не порежьтесь. И аккуратненько вырезаем. Смотрите, друзья, нам здесь ничего вот тут не надо вырезать. Оно нам тут не хватило, это все правильно. Смотрите, я сейчас вырезаю вот. И вот не трогаю вот, это, вот эти вот, не вырезаю, то есть продолжаю с этой стороны резать. Сейчас я вам покажу, как это делается. Так не бывает на свете, чтобы не потеряны дети. Вот, посмотрите, друзья. Вот у меня есть сердечко, да? И мы тут ничего не делаем, продолжаем с этой стороны. Вот так. И так не бывает нас. Вот такое сердечко у меня получилось. Тройное.
Смотрите, друзья, сейчас мы его будем вот так сгинать с огнем. Сначала с одной стороны, а потом с другой. И так все далее. Сейчас я вам покажу, как правильно клеить сердечки. Смотрите, у нас здесь есть такой сгиб. И на сердечке, как у нас три сердечка, ложим сгиб на сгиб. Вот так. Теперь берем клей, мажем эту сторонку, мажем эту вот стороночку и приклеиваем. А эту сторонку мы не будем клеить. Мы вот так это все берем, сгибаем. Сейчас вот так вот берем. Эту сторонку вот так, мажем опять клеем. И сейчас приклеилась. Закрываем. Надавливаем, чтобы она приклеилась. И у нас получается вот такое вот сердечко. Приклеилось точно как в этом сердечке. Вы можете это все красиво раскрасить, как вы хотите. Можете что-нибудь написать, а может быть что-нибудь приклеить. Ребята, напишите в комментариях, что же вам понравилось из этого. Может быть вот эта Валентинка на палочке? Или Валентинка с какими-то героями? Ставь лайк, если понравилось это видео. И всем пока-пока!